Смотри, разворот влево. Вертолет К-52. Российский разведывательный удар на вертолетного по перемещению на хвостовую балку. Обратным ходом с разгоном скорости до 120 км в час. Далее выполняется горка. Поворот на горке. По высоты 150 метров. Дорогие друзья, боковое перемещение влево. Разворот на горке 360 градусов. И пикирование практически ответственное пикирование с очень крутым наклоном. Углом наклона траектории. Имитация тактической атаки на земной цели. И снова боковое перемещение вправо. И снова горка. Набор высоты. Управляемые ракеты «Вихрь» способны поражать бронированные цели на дальности до 8 километров. При этом толщина пробиваемой брони достигает 900 миллиметров. Ракеты «Игла» имеют сержантку на двухцветную тепловую головку самонаведения. Когда поражаемые цели 10 до 3,5 тысяч метров. Сейчас вертикальный набор высоты с вращением вправо и верхний точку траектории на высоте 150 метров. Нисходящая спираль с разгоном скорости до 230 км. Армия 2016. И сейчас подполковник Сергей Бакин